Учащийся вспомогательной школы 13-летний Слава Крылов рисует яркую открытку – письмо главному герою новогоднего праздника – Деду Морозу. Мальчик старательно выписывает каждое слово под чутким руководством воспитателя. Ведь справиться с этой задачей в одиночку ему пока непросто, но Слава старается. Он хочет, чтобы письмо понравилось волшебнику и чтобы он исполнил его заветное желание. Я хочу получить подарок на сольную игру. Почему? Потому что самый лучший и интересный подарок. Такое яркое письмо точно найдет своего адресата, уверен Слава. Того же мнения все члены большой команды Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста, которые на протяжении многих лет исполняют роль добрых эльфов, помогают желаниям мальчишек и девчонок исполниться. Учащиеся вспомогательной школы мечтали под Новый год о разных подарках. Конструктор, футбольный мяч, железная дорога, настольная игра и многое другое. И так радостно видеть искренние эмоции воспитанников, которые обрели то, о чем грезилось. А вот так ярко и весело с песнями, хороводами благотворительный проект пришел уже к детям из ясли-сада номер 65. «Елка желаний» – это прекрасная возможность и для каждого из нас исполнить мечту детей, согреть теплом своей души маленькие сердечки. Ведь для участия в акции нужно всего лишь прочитать пожелание и приобрести то, что загадал ребенок. В этом году мы взяли такую категорию – это дети-инвалиды. У нас 53 человека в городе детей, страдающих онкологическими заболеваниями, дети с особенностями психофизического развития и также дети из неполных, малообеспеченных семей. Собрали желания, а теперь у нас стартовала уже акция по вручению этих желаний. Ну а для самых маленьких Брестская городская организация Белорусского общества Красного Креста совместно с детской поликлиникой номер 1 закупили подарки и сюрпризы. А учащиеся колледжа связи перевоплотились в героев новогодней сказки. Замечательно, что у наших детей все больше и больше праздников с каждым годом. В этом году для нас тоже сюрприз, что вот у нас появились такие друзья в этом году, пришли с подарками, исполнится желание малышей. И особый сюрприз, наверное, и секрет для детей, то, что еще и представление для них подготовили студенты. Это вдвойне приятно, что есть волонтеры, которые не забывают о новогодних праздниках и дарят эти праздники окружающим. Елка желаний только стартовала, а потому каждый неравнодушный человек может присоединиться к ней и стать добрым волшебником. Пусть желания детей исполнятся. Людмила Логодич, Ирина Левчук, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ. Thank you.